Я прочитаю стихотворение, которое говорит о наследственном интересе моем, по крайней мере, к театру. Дело в том, что матушка моя была актриса. Причем не где-нибудь, а вот напротив гнезда Глухаря в театре имени Маяковского. Она там почти всю жизнь проработала до глубокой старости. Уже даже перестав быть актрисой, она все равно оставалась в театре. А ее отец, Владимир Алексеевич Павлов, он не был актером, но он мечтал всю жизнь стать актером. И когда был маленький, во время войны, дед очень любил театральным голосом читать стихи, так как у него не было другой аудитории, кроме меня. Мне приходилось выслушивать эти стихи. Вот об этом стихотворении. Мой дед Володя Павлов великий был актер. Неправда, что Качалов Володя нос утер. Хоть Качалов и глухата, на руках народ носил, зато дед поверх халата на рукавнике носил. Любому по плечу одежка счетовода, а в ней-то вся свобода. Читаю, что хочу. Мне было 10 лет и выше всех наград. Мне было, чтобы дед промолвил: я вам рад. Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно. Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно. И мрак военной сводки куда-то отлетал, когда по трюмку водки мне дед стихи читал. И балахон Володин меня не угнетал, был дед душой свободен, осанкой благороден, а голос густ и плотен, то бархат, то металл. И я себя держал свободно и дрожал, гусиной кожей впитывая строки, и помню до сих пор тот васильковый взор и те свободы первые уроки.